Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И сегодня мы разберем тему из джазового стандарта Дона Ли. Давайте приступим к разбору. Как мы будем ее разбирать? Я буду показывать в очень медленном темпе каждую фразу отдельно. То есть вот каждую фразочку, да, у нас тема состоит из различных фраз. Каждую фразочку я буду показывать в очень медленном темпе. Естественно, ноты, табулатуры вы будете видеть на ваших экранах и будете видеть мои пальцы. То есть я не буду называть, где какая нота, вот это вот ничего не будет. То есть с метрономом буду медленно играть. Так как партия для продвинутых уже, то я думаю, что вы увидите все основные позиции, все основные ноты и так далее. Конечно же, да, опять-таки повторюсь, табы и ноты вы также будете видеть. То есть основная задача, чтобы вы увидели вот эти вот аппликатуры, как я это играю, и если вы будете успевать, обязательно проигрывайте это вместе со мной. Давайте приступим, начнем с первой фразы. Thank you.
друзья, по фразочке в медленном темпе, каждая фраза повторялась по два раза, мы разобрали вот эту партию. Конечно, это был очень медленный темп, это был темп 70, ну, нужно в оригинале примерно 200 играть, вот там 220, вот такой примерно темп должен быть, вот, это, конечно, очень быстро. Но даже если вы дойдете там до 150, это уже будет очень хорошо. Друзья, хочу сделать небольшое объявление. Совсем скоро начнется набор на третий поток моего авторского курса по бас-гитаре. Там собраны все основные элементы, которые помогут вам в освоении бас-гитары. Также там есть разборы отличных рифов и партий. Переходите по ссылочке в описании, там вы можете более подробно познакомиться с данным курсом. Но уже сейчас вы можете приобрести пакет «Старт». Этот пакет рассчитан на самых начинающих. А если вы уже играете какое-то время и хотите развиваться, тогда ждите набора на третий поток моего курса. А сейчас я сыграю эту партию целиком, от начала до конца. В темпе немножечко быстрее. Темп будет 90 ударов в минуту. Если вы сможете, сыграйте это со мной. Хочу еще сделать такое небольшое замечание, что вообще данная партия может играться со свингом, то есть как бы с триольной пульсацией. Но сейчас я играл ближе к восьмым, то есть она такая получилась ровная. Здесь вот эти вот триоли я играю все штрихом, то есть каждый палец, да, то есть у меня пальцы играют каждую эту триоль. Можно играть легато. Вот, здесь уже на ваше усмотрение, конечно, если темп будет быстрый, выиграть это будет достаточно сложно. Но, допустим, да, если ориентироваться на того же Жака Пасториуса, который был, по-моему, первый, кто исполнил данную тему на бас-гитаре, то он играл именно переменным штрихом, то есть каждую ноту выигрывал. Если вы хотите, друзья, чтобы я разобрал гармонию этого стандарта, а также как можно выстраивать линию шагающего баса на эту тему, обязательно пишите в комментариях, я сделаю такое видео. И еще небольшое объявление. У меня есть родной брат, который профессиональный звукорежиссер. Совсем недавно он открыл YouTube-канал, на котором собраны очень интересные видео о том, как сводить музыку, о том вообще, как устроена музыкальная индустрия. Это будет очень полезно всем музыкантам, не только бас-гитаристам. Он недавно открыл канал, поэтому пока там не очень много видео, но очень скоро там будет масса интересной и полезной информации. Так что не забывайте подписываться на его канал, ссылочка, конечно же, будет в описании. Ну и не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, на Telegram-чат, на группу ВК. Опять-таки, ссылочки будут в описании. Всем пока, продуктивных занятий!